Как спрятаться от кошек? У кого откатные ворота? Вот такая сетка, бывает разной высоты, разный профиль. Профиль идет не крашеный, алюминиевый. Вот мы его покрасили. Сейчас вставлю и закручу. Дальше покажу. Видите, под ворота, под откатными всегда у всех щель. Сейчас мы будем делать вот эти вот. Вот эту фигню сюда отверстие сразу просверлило перед покраской. Сейчас мы здесь шуруповерт, саморезы, кровля и вот эту дырочку закроем, чтобы здесь у нас не шастали кошки. Все делаешь, на ошибках учишься, когда некому подсказать. Подсказываю, это нижняя труба идет, в которой ролики. Вот она, пролезь здесь, в которой расположены ролики. С этой стороны мы накручиваем саморез. И когда она едет, она задевает за ролики. Саморез, это 19 короткий сам взял. Сейчас придется его откручивать их и спиливать, чтобы он только в металле здесь держался. Вот такие дела. Или заказывать вот эту, чтобы на верхнюю трубу. Вот на эту трубу прикручиваться. Но это тогда нужно ворс длиннее. И, соответственно, цена будет другая. Ну, сейчас возьму болгарочку. Саморезики все под один сделаю. И будет все окей. Как расставлять. Друзья, вы живете за городом, у вас есть дом, у вас есть соседи и есть ворота, вот такие, откатные. И к вам ходят кошки, котята на ваш участок соседские, дикие или вольно отпускаемые, как они говорят, любители животных, животного мира. Для этого придумана вот такая метелка, чтобы они не залазили. Обратите внимание. Но нигде не говорят никто, как ее монтировать. Смотрите, нижняя труба, где ролики внутри спрятаны. Ролики там. Нужно смотреть, чтобы было вровень с трубой и не задевал. То есть срезать или короткие делать. Вот это алюминиевая планка, это металл. Их не приварить. То есть только на саморез. Пилите, как говорят, шура. Вот такая красота получилась.